Я всех приветствую на канале StrikeBit. В сегодняшнем видео мы будем смотреть, как хозяйка будет испекать мегапиццу. Будем контролировать процесс, комментировать, умничать. Ну, в общем, будет интересно. Так что давайте смотреть, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и погнали. Так, тесто на пиццу. Рецепт от шеф-повара. Что там? Берем водичку тепленькую. Сахара. Сколько сахара? Да, чуть-чуть, чайную ложку. Чайную сахара, ложку. Чайную ложку соли. Пупочки дрожжей сырых. Ну все, теперь их там размешиваем у водички, чтобы они ожили. И потом в дальнейшем дали процесс брожения и поднятия, для поднятия и самого теста. Можно и сухих дрожжей, но из них бывает не получается, не подходит тесто. И тогда такая пицца получается дубовенькая, а нам такая не нравится. Нам надо, чтобы была мягенькая. Добавляем муки черпачком. Тоже размешиваем. И какой оно должно быть? Ну, не густо замешиваем. Чтобы не густое. Ну и не сильно жидкое. Чтобы к рукам, чтобы не прилипало. Ага, месить, чтобы не прилипало к рукам. Подсолнечного масла немножко. Ну, в общем, по чуть-чуть добавляем муки, подмешиваем. Так, оно понемножку становится гуще. И так, по чуть-чуть добавлять муки. Добавили, подмесили, добавили, подмесили. Ну, в общем, до такой консистенции, чтобы от руки отлипало тесто. Юли, что жидкие обои месить? Что тесто месить? Или лишь бы месить. Повар говорит, что тесто уже почти готовое. Сейчас она как раз покажет, как оно должно от руки отпадать. О, все, уже не прилипает к руке. Вот, то тесто уже готовое. Все, теперь его ставим в теплое место. И на сколько? На час. Где-то на часик. Оно подошло. Потом будем лепить. Ставим на теплую грубку. Накрываем полотенечком. И все. И оно должно где-то в два раза увеличиться в размере. Это наша дочь Алинка за процессом нарезания колбаски на пиццу. Не забывайте ставить лайк, писать комментарии. Большое спасибо. На пиццу колбаску нарезаем. Сейчас сначала колечками, а потом такими полосочками, палочками. Будет красота. Будет у нас пицца лучше, чем в лучших ресторанах Москвы и Киева. Твердый сыр тоже на пиццу. Еще добавим в одну пиццу перчик болгарский. Вот там огурчики свежемороженные. Заморозили в морозилке летом. Теперь хорошо достал. Кусочками порезаны сразу. Вот они, хоп, сразу поступили. Вот такие огурчики. И чтобы не ложить помидоров, они сейчас помидоры дорогие и без какие, безвкусные. Так мы болгарского перчика бросим для украшения, для красоты. Будет очень вкусно и красиво. Колечками, сейчас теперь раз их полосочками. А сыр потом на терочку потрется. Подготовка противня. Мажем подсолнечным маслом. Берем тесто. Ну вот оно подошло. Здесь будет, с него получится две пиццы. Как оно выросло. Надо еще уметь. Если не умеючи, будут и уши в тесте. Тоненько, да? Надо разложить равномерно, тоненько. Это когда руки с того места. А если не с того места, то хоть руками, хоть ногами. Так, кетчупом размазать ровным, ровненьким слоем. Кто острее любит, побольше кетчупа. Маловато, надо добавить. Намазали. И начинаем сыпать ингредиенты. Ингредиенты подготовили заранее. Колбаска соломкой. Щедро, чтобы было вкуснее. Да, чем больше, тем лучше.
Да. Пиццу кушать, хорошо кушать начинку из пиццы. А тесто, можно и хлеба поесть тогда, если просто тесто захотелось. А в пицце должно быть... Много начинки. Да, много начинки. Тогда она вкусная. Так, разложили колбаску, дальше перчик болгарский. Огурчики. Укропчик. Ну когда холодный. Тоже все холодное, все из морозилки. Какое зимой, ну и все такое. Летом пошел на огород, нарвал. И есть. А зимой все и только. Зеленый лучок. И зеленый лук. Теперь сверху так, сделаем типа сеточки. Рисунок из майонеза. Все, и сверху трем сыр твердый на крупную терочку. И так тоже толстеньким слоем оно тогда запечется и будет такой корочкой вкусной. Духовку на сколько надо? На 20 минут. На 20 минут. И она на 180 градусов. И пусть печется. Будем кушать. И потом расскажем, какая она была вкусная. Все. Да. И ставим в духовочку. И пусть она теперь там 20 минут при 180 градусах печется. Корочка сверху должна затвердеть. Сыр расплавится. Все оно прожарится. И будет красота и вкуснота. Оп, все, достаем эту красоту. Вот какая она подрумянилась. Красивая. Сейчас сразу, пока горячая, надо резать ее на кусочки. Она на горячую хорошо режется. А потом уже, как застынет, уже тогда плохо ее. Она затвердевает, уже плохо резать. Ловкость рук, и ничего не получается. Да и просто пути вытянуть. Пролыпло. Открылся. Ну все, хоп. Вот так вот ее. Все, сейчас порежем на кусочки. Сложим, и чтобы уже на стол подавать, она уже будет готовая к употреблению. А ну сейчас толщину ее посмотрим. Вот какая она. Да, толстенькая получилась. В общем, такую пиццу в пиццерии не купишь. Там она тоненькая. Сверху что-то намазано. Лежит кусок колбасы. Что-то там, короче, непонятное. А тут уже ну, так пицца, так как пицца. Съел три кусочка. И калории на целую неделю. Вот так мы весы набираем. А потом еще удивляемся, что, где она берется? То больше 100 килограмм, где она берется? Ага, вот она где берется. То шашлык, то мясо, то пицца, то пироги, то торт. Так, и оно все до купы. А что такое? Ну, в общем, все, пицца готова. Сразу, пока еще дымок идет, сразу на пробу. Горячая. Мягенькая. Чувствуется болгарский перчик. Мы ее делали с копченой колбасы. Так чувствуется такой вкус копченой колбасы. Можно с вареной, можно мясо. Мякоть мясо и кусочками так отварить, кусочками порезать.
тоже очень вкусно получается. Подписывайтесь на канал. Всего самого хорошего. Всем приятного аппетита. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Все, всем всех благ и счастливенько оставаться. До новых видео.